Робокасу. На два юрлица. Я разработчикам доступа к реальной Робокасе не дал. Смотри, он сейчас подготавливает. Вносится реальные ключи Робокаса. Ты вносишь или кто? Да, никаким разработчикам не дает. Хорошо, мы сейчас подготавливаем все, что подготавливаем. Смотрим, какие ответы дает и так далее. А после этого отгружаем, и ты вводишь данные. Так? Эксплуатация будет данная. Эксплуатация, хорошо. Хорошо. Но никаких реальных данных. Никаких реальных доступов на хостах разработки нет. Хорошо. Слишком навязчивый. И вот была такая версия, менее навязчивая. Во-первых, онлайн-трансляцию нужно... Стас, покажи такое. То есть это в формате дилл. И там получился нормальный блок, где написано VIP отдельно и есть бесплатная регистрация. Точно, да, вот это хорошо. Мне вот эта форма очень нравится. Да, это хорошая. Это мне тоже нравится. Ну, пока здесь нет каши. Бесплатное участие. Так, не бесплатная регистрация, бесплатная участие. А мы билеты, потому что делали не слово регистрация, но типа концерт, мероприятие. И, в принципе, можно скролл сюда делать, как в старом лендинге. Можно, да, да. И тогда нам не надо вот это чего дива, потому что див убивает конверсию. Мы вот это вот купить билет, уже див-форму. А там уже форма, потому что там нету через соцсети. Не очень запутанная форма, три кнопки, блин. Ну что, дома структурировано по блокам. Хуже, когда у тебя вот здесь написано места, и вообще не понятно, это за деньги. Не за деньги. Почему я вычеркнул, что это бесплатная конференция. Я поэтому засунул. Вот этот заголовок мешает, а все остальное хорошо. А это потому что от Олимпийского. Ну, я знаю, я просто даю регистрацию и сделаю ее более удобно, и все. Паша, прячься от камеры. Чё? От камеры прячься. ВДВ. ВДВ. За ВДВ, Паша. У нас Илья из этого. Не убьем конверсию, может не так прятаться с email, с помощью email. Но мы убиваем конверсию в эту флажку, я поэтому уже настоял, что давай хоть внизу. Нет, не убьем, потому что в принципе есть кнопки. Ну, чуть побольше. У меня дальше делать. Вопрос просто идет по механике, просто я не был на вашей первичной встрече. Вопрос с телефоном, что сосед не выдает тебе телефон. Как не выдает? У него сейчас он привык публичный. Там, на настройках приватности. Мы спрашиваем, когда регистрацию спрашиваем, мы спрашиваем телефон в том числе. А как мы это спрашиваем? Это он тебе, когда ты авторизуешь, он тебе спрашивает, что он дает. Но мы просто требуем. Ну вот это может убить конверсию. Просто я думаю, может телефон отдельно спрашивать? Нет, почему? Просто будем указывать, что этот сайт спрашивает ваш телефон и имейл. Просто сделать через Facebook, через ВКонтакте. Ты говоришь, у кого-то нету телефона? Да, не публично. ВКонтакте может быть такое, что у кого-то нет e-mail. Да, сейчас все через телефон. Просто это кто-нибудь риск вообще прорабатывал технический прототип? Это делает мило или не мило? Вы озадачены конверсии. Да, я поэтому и говорю, есть что у большинства людей нет телефона. Да. Мне это убьет конверсию в доход. Как только он нажимает регистрацию через Facebook подтвердить, начинается наша территория. Да. Он нажимает на эту кнопочку, дальше ваша. Правильно? Я вам отправляю эти данные. Не, когда он нажимает подтвердить. Чего подтвердить? Разрешить. Пока разрешили не нажал, он еще не регистрировался, он на вашем ретарге. Просто кто специальный плагин делает для Facebook и для ВКонтакте? Вы нам отдаете e-mail и телефон. Я говорю, большинство людей их нет. Ваша задача это проработать, вы должны отдать лид. Но пока он не сделал регистрацию, мы его пушим ретаргетингом, мы не можем его бросить. Наоборот, это самая теплая аудитория, которая бросила корзину. Ну, аудитория, которая пыталась зарегистрироваться, у нее не получилось, это самая теплая аудитория. Я понимаю. Что ты мне рассказываешь? Значит, это ваша аудитория. Тогда я поменяю механику. Нам нужен идеальный соцпрофиль. А почему ты не можешь доставать соцпрофиль через e-mail, через телефон? Если потому я буду, например, регистрироваться через телефон, потому что ты получишь... сочетание очень редкое. Они отправляют левый телефон, левый e-mail. Верификацию с смс-ком можно делать. Не знаю, все, что а это будет. Телефон не совпадает с тем, который мне указали в соцпрофиле. Мы не утеплим потом. Ну просто через вот эти вот регистрацию через социальные плагины я получу не все данные. И... Ты жертвуешь тем, что ты не получаешь телефон. Да. Но зато я получаю идеальный ретаргетинг потом. Отлично, а доход это будет? Подтверждение.
Так вот фишка колл-центра больше даст доход. Подтверждение колл-центра за неделю до мероприятия, и когда за 3 месяца регистрировался, или все-таки удивление, а потом в соцсетях, что тебе больше даст? Хорошо, давайте мы сначала дизайн утвердим, потом с механикой, потому что с механикой у меня есть вопрос. Через Facebook ВКонтакте надо просто было маленькими сделать, и все. Регистрация большая, а это вторая строчка маленькая. Все это хорошо. Мне не очень нравится. Прикреплять ее снизу. Мне не очень нравятся эти уступы. Они портят концепцию. Нормально. Я понимаю почему. Потому что прозрачность убрал, поэтому непонятно, это слово относится к этому или к этому. Из-за того, что убрал прозрачность. А здесь прозрачность. Здесь, если я делаю стены по такой. Стены также, я тебя прошу. Они получатся, потому что если у тебя фамилия, имя большие, то у нас все поедет. Все у нас нормально будет. У нас будут люди только с маленькими фамилиями. Хорошо. Ну, мы на кассе, Вики, она говорит, у вас фамилия длинная. Важно, человек, который встречает, я вот не знаю, как у меня не может сидеть в соцсетях. Сейчас не могу говорить, признай. Сейчас. Просто мы можем делать, если плагин, что этот плагин автоматически подписывает на какую-то социальную группу или, например, делает мессенджер, например, можем, плагин. Можем, сейчас задача ретаргетинг. Сейчас задача ретаргетинг у меня. Я говорю, да. Чем куки не подходит задача по ретаргетингу? Я не знаю. Если она будет нормально для пробации, подходит. Мне нужно, чтобы они добавлялись в рекламную кампанию. Нет, не устраивает, я еще говорю, я не спорю, не устраивает. Все, что нужно, ретаргетинг. Я просто хочу понять один задачу, а не так, чтобы мы решили. Хорошо, ретаргетинг. Тебе нужно просто ретаргетинг на люди, которые зацелировались правильно. Онлайну, наверное, а офлайну, правильно? Да, не так ушла. И ретаргетинг. На уровне рекламных кампаний, на уровне Facebook, ВКонтакте и так далее. Да, YouTube. Это круто. Это круто. Это то, зачем я делал, условно говоря, эти кнопки. И мы тогда вместо оператора чат-ботов захерачили. Чат-ботов. И тогда телефон тебе реально не нужен, условно говоря. Понимаешь, что с ним, блядь, в инбоксе общаешься, блядь, шаришь, друзья, вот, и тогда ты играешь реально в нейронную сеть. Вот твой воу-воу-воу, как нейронная сеть. Нет, ты просто редактор, не говоришь, что его друзья. Да. Чат-боты вместо телефона. Мессенджер без телефона, это круто. Регистрация, сразу включить отлично. Отлично, ну ты все удивляешь, я историю. Я поэтому и хочу понять. Ты понимаешь, о чем идет речь? Я понимаю, о чем идет речь. Мы предложим где-то пользоваться. Просто то, что вы предложите, просто авторизоваться по ищи данные, это вообще х**. Я не обсираю. Я просто понимаю, весь день задач. Я просто говорю о ретаргетинге, можно через пиксель. А вы зачем? Все, договорились. Используем по-другому, мессенджер. Время. Тогда я убиваю шеры просто, окей? Я даю вам те полный дурак на инбокс, на мой профиль, на сайт людей. Шер. Потом ты сам делаешь шер через приложение, потом будет ревугация и так далее. Ну ты получаешь его доступ, еще управляешь. Нет, шер надо запросить. А? Шер надо запросить. Можно галочку попробуем просить. Так что вот и здесь под вопросом галочку. Ну блин, шер надо запросить. Шер надо запросить. Вы можете запросить через день, через два? Мы же билеты мутику выдаем. Мы же меняем билет на шер. Мы не можем дать билет, не запросив шер. Ну хорошо, это может не в момент регистрации, просто к шеру 2 дня регистрации. Я говорю, можно ли через 2 дня после... Они начинают дубли херачить. Они говорят, вы меня не зарегистрировали. Начинают дубли херачить. Сейчас сразу должно быть подтверждение, что мы тебя зарегистрировали. Мы тебя зарегистрировали. Нет, мы не зарегистрировали, мы ждем у тебя шера. Нет, чувак, мы тебя не зарегистрировали, мы ждем шера. Это что за блядь? Время, Егор, не могу не найти. Мне идти надо. Я понимаю, вопрос. Ива может заняться химическим логотипом? У нас программиста нет. У нас есть виртуальный дизайнер, у нас нет программиста. Вы можете... Где ты сидишь сейчас? Вовремя. А? Вовремя. Садись рядом там. Сядь ты рядом. Сам не буду сидеть. Возьмите тумбочку и сядьте. Сядьте на кресло. Я хочу, чтобы вы сели с правительством прямо там рядом, ну, ладно? Мне нужно сегодня к вечеру иметь реально какой-то набросок. Здесь, на самом деле, еще... Станем плагин. Ну, ты можешь нам дать там тебе судно? Даже без судно в прошлый раз тебе подрался. Сережа? Или в... Сережа? Нам без судно нужно. Бля, ну, есть два программиста. Два программиста сейчас работают. Или хорошие? А я не знаю. По-моему, там сейчас другая проблема. 2 недели. Вот я тебе говорю, есть бессуда, который сделает. Мне просто, если не нравится, что есть два программиста, им не управляют. Нам все. Вы попробуйте им управлять-то. Сереж. Че? Мы управляем. Попробуй. Мы управляем. Нам 3? Ладно, все, у меня время, ребят. 4 время. Я хочу, чтобы мы сели там, рядом с ними, хорошо?
Прямо сейчас. Прямо сейчас. С программистами. Я делаю обязательно скафных полей. Пока что просто делаю. Даже обязательно скафных полей. Да. Кастом. Да, который мы создали. Угу. Начали в API, но я показал просто интерфейс. Логику на клиенте. Потом, когда нам будет приходить это в API, подсоверим. И скачивание файлов не работает. И заметок? Да. Ну, работало, проверим. А еще давай в большой план запишем почту отображать. Угу. Почту где? Что это? Ну, заметка письмо у нас ведет сейчас веб. Угу. А ты хочешь? Ну, типа, мне нужно какие-то из приложения, уже не нужно это показывать. А у нас же нет тела письма. Надо обсудить, Сережа, как его вернуть. Письма внутри приложения. Ну, это в такой большой план, просто чтобы не потерять. Так, а вы можете вот эту версию подготовить, чтобы я дала ее посмотреть? Да, сейчас. Да? Сейчас? Что, полчасика? Ну, да. Полчасика? Да даже быстрее. Ну, почему мы могли фильтровать по кастовым полям раньше? Потому что у нас все было загружено. Мы просто делали выбор. А API вообще нет тоже еще. Ну, из этого только пуш, кстати, можно делать сейчас. Ну, давай я сейчас Женю узнаю, насколько быстро сможет это. Окей, все. Привет, меня зовут Андрей. Мы команда iOS-разработки AmoCRM. Занимаемся разработкой нового приложения. Онлайн-версии. Работы у нас много. На прошлой неделе был последний релиз, в котором мы доделали экран задач, появился новый экран. Постоянно выходит обновление, то есть у нас очень продуктивная работа. Можно сказать, каждые две недели мы исправляем ошибки, добавляем новый функционал и постоянно в App Store новые версии нашего приложения. Вот этот кубик средний белый сделать. Спит человек, и тут слишком... Чё, окей. Не забудь запикать мат.